Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровища искусства», картины знаменитых мастеров, художественные репродукции в фотогравюрах Боде и Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Габриэль Метсю. Голландская школа. Завтрак. Существует предположение, что Метсю был учеником своего земляка Герарда Доо, одного из самых ранних и значительных учеников Рембрандта в Лейдене. Но не подлежит сомнению, что впоследствии, переселившись в Амстердам, он учился у самого Рембрандта и до известной степени подвергся его влиянию. Доказательством того может служить картина Дрезденской галереи «Завтрак», написанная Метсю в 1661 году. Картина эта сильно напоминает другую картину той же галереи, знаменитый портрет Рембрандта и его молодой жены, угощающихся завтрак. Очевидно, Метсю знал эту картину и взял ее для себя за образец, изображая также самого себя со своей молодой женой или невестой. Это несомненно, потому что лицо Метсю на его портретах работы Кулбракина имеет те же черты, как и молодой человек на картине, по которой идет речь. Сияя счастьем, Метсю поднимает бокал за здравие сидящей рядом с ним молодой женщины, которую обнял одной рукой, устремив на нее влюбленные взоры. Большой контраст с веселым расположением духа художника, еще приподнятым благодаря выпитому вину, составляет стыдливая сдержанность белокурой красавицы, одетой в богатый фрисский костюм, указывающий на ее происхождение. Сам же Метсю в костюме молодых голландских модников. Большое историческое значение, которое имеет рембрандтовская картина того же сюжета, Метсю, очевидно, не претендует. Это не более как один из прелестнейших жанров, вышедших из-под кисти этого мастера. Проникнутая неподдельной веселостью, картина в высшей степени привлекательна не только по содержанию, но и по колориту, по мягкой и нежной манере письма, по тонкости и свободе исполнения, по качествам, какие мы находим лишь у немногих из живописцев голландской школы. Ну вот такое описание картины я нашел книги 1904 года «Сокровища искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотогравюрах Боде и Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания.